Друзья, всем бодрого дня. Я Леха Колесников, профессионально занимаюсь фристайл-мотокроссом. Сегодня у меня в руках гарнитуры кардо. Вот, я очень хочу вместе с вами подизучить этот вопрос, какие они бывают, что они себе представляют, зачем и почему. Подумайте вы, зачем мне это нужно и почему я интересуюсь вообще гарнитурами, хотя, в принципе, из меня мотопутешественник пока что никудышный, да? Но, тем не менее, у меня есть много увлечений, таких как эндуро. Я езжу с друзьями, да, летом, когда у меня есть свободное время, езжу с ребятами по трейлам, по лесам, по полям, вдоль рек, озер, да, в нашей Московской области, по нашим необъятным просторам, и получаю от этого глобальное удовольствие, скажу честно. Зимой также, естественно, это снегоход. У нас собирается огромное количество народа, и понятно, что часть у нас ребят уже с гарнитурами, кто-то собирается приобрести, ну и я, соответственно, начал тоже озадачиваться этим вопросом, поскольку до этого мы пользовались кардо только на площадках при нашем монтаже и демонтаже. Топовая линейка гарнитур кардо оснащена уникальной системой DMC. Это тот самый случай, когда гарнитура может работать как приемник, так и передатчик. Уникальность в том, что вот эта система позволяет соединить цепочку из 15 райдеров. И самое интересное то, что если даже из этой группы 15 человек несколько райдеров попадают на какой-то промежуток времени, то основная цепь не разрывается. То есть спортсмены, все как бы ездоки остаются полностью всегда на связи, и это огромный плюс. Тогда, когда 2-3 человека возвращаются снова в ряд, в цепочку, да, они автоматически также подключаются снова в линейку. Поэтому это очень здорово, это очень круто. Я с этим сталкивался уже не один раз, когда зимой ты едешь на снегоходе, и у тебя толпа там 15-20 человек рядом с тобой. Постоянно там кричать, что-то друг другу перекрикивать, или, не дай бог, у кого-то там заглох снегоход, кто-то встал, там где-то встрял, там, да, еще что-то. То есть нужно вернуться, все едут все равно быстро, поэтому это упрощает жизнь однозначно и спасает голос. У меня, кстати, с голосом постоянные проблемы. После мероприятия у меня всегда горло начинает хрипеть, потому что приходится много говорить, перекрикивать себя. Это вот та же проблема, как раз, когда ты кричишь из шлема в шлем. Вот. Поэтому нужно проводить выходные с комфортом, с удовольствием, и почему бы не облегчить себе жизнь своих путешествий или каких-то там разнообразных поездок, просто будучи на связи со своей компанией.